have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Аладушки, и мы с вами в очередной каточке по Фортнайту. Давайте посмотрим, как это все обернется для нас сегодня. Итак, ты просто падаешь, а куда ты просто падаешь? Зачем? За карты, я просто за конфеткой ходил. А, за конфеткой, приятного аппетита. Хотя. А вы где? О, елки-палки, вы далеко. Сейчас приду. Сейчас приду, сейчас, короче, возьму, закажу личный этот Uber вертолет. У меня свой убер. У меня человек? Или это не... Черт, у меня человек. А, я из-за конфеты дом пропустил. Блин. Шо ж я такой криворукий? Это как вообще сейчас получилось? Где ты упал? Кто меня с мостом спасли? А, это брат. Я. Зачем? Да сдохни! Я тебя с киркой забью, а ну иди сюда! Ты хотел меня убить, да я тебя сейчас сам убью. Так, народ, вы это видите, нет? Нет. Я ничего не вижу, я сейчас тут упаду. Ты опять это конфетку кушаешь? Так, котик-обормотик, стоп, ты, чувак, сейчас мы тебя... Дал, что ли? А? Ты же думаешь, я всегда одну с собой конфету беру? Ну это логично, в принципе. Никто же не берет с собой одну конфету. Сейчас, попробуй поднять. Минуточку, ты упал или что с тобой случилось? Чё ты нокнулся? Там кто-то стреляет. Это я. Ты стреляешь? Да. Ты поднимаешь, нет? Все, я вас сверху поднимаю, прикрою я тогда. Поднимаю. Хорошо. Мама мия. Это что за звук был? Где? А, это ты. Вы там живые, нет? Так. Идет строительство, по-моему, на 160 градусов возле вас где-то, по-моему. Или мне показалось? Не, чувак, ты, по-моему, настолько далеко, что даже не понимаешь, где мы находимся. Посмотри на карту, я уже близко. Карта. Ты... А. Дофига далеко. Вывод, да. Опа, чувак. Ну куда ты текаешь? Ну. Не идите в агентство, ну блин, ну ребят, ну серьезно что ли? У меня на Фомасе 30 патронов. Да я ради катера сюда пришел. Я сейчас буду с ним якобы. Ага. Ты что думал? Ты думал, я с тобой буду играться? Ты. О, уберите метку, пожалуйста. Или мы туда идем. Если мы туда идем, тогда не убирайте. Ну, не, ну мы туда идем. Ой-ой. Ой, давай, спускайся-ка. Мне ж тебя вижу. У меня ж ВХ от твоего друга есть, а? Я ж тебя вижу. А, ты там с дружбана с его вытряс. Да, вытряс его дружбана. Сейчас его вынесу. И попытаюсь найти ихнего третьего или какого-то еще. По-моему. Они настолько далеко, что даже на карте не получают. Понял, короче, я убил его чувака. О, синий сундук, отлично. Я тут заскочил. Понял, в агентство за пулеметом. Чувака. Понял, убил одного чувака его. Ага. Он типа такой прячется за это, за деревом. А я-то взял уже его метку, я забил. Распотрошил, ну да. Подожди, это вы? А, стой. Зачем вы сейчас это делаете? Вот объясни, зачем ты мало так делаешь? Зачем ты так делаешь, у тебя спрашивают? Зачем он меня постоянно бьет своей лодкой? Он мне мешает сбивать, не слышу. Он всех бьет своей лодкой, как бы это плохо ни звучало. Хочешь превьюшку прикольную получить? Да. Сфоткал? Нет, иди за мной. А, вы там, сейчас. Я тут просто немножко оружкой разжевался. Все. Ты че, в агентстве? Пофиг на то оружие, сейчас тебе превью надо или что? Я иду, я же говорю, разжевался, я уже иду к вам, все. Иди возьми, кстати, вот эту штуку. Это надо, это я не спорю. Это сюда, идите берите, я сейчас тебе кучу покажу. Классная превьюшка будет. Давай. Кому аук, берите мне. Аук? Бери, забирай. Че, у меня фиолетовый лук, я его взял. Ну, молодец. А он не либо золотой, либо фиолетовый, тут других вариантов не бывает. Ну, это как бы было уточнение, что... Э, Обормот! Может, ты возьмешь банку, у тебя... Обормот, иди сюда! Иди никто сюда. Никто не хочет. Смотри, короче, берешь вот это,
и берешь вот это. Вот это все употребляешь, и тебе сразу становится хорошо. А, ну ладно, это тебе не надо. Съешь вот это и съешь вот это. И вообще будет супер. Нет, я ему сейчас полную аптечку дам. Скажи, что я ему дам полную аптечку. Да? Ну, ладно. Полная аптечка к тебе едет. Если хочешь, тогда я бинты забираю, а это... Вон там. Пускай ее ест. Во-во-во. Да, вот. Я пока... Смотри, какая превьюшка у тебя прикольно может получиться. Иду. А, с этим чуваком? Да-да-да, я его вчера приметил. Ну-ка, я мимо него проезжал. Стой, я тебе потом еще скину другую фотку с железным. Стой. Даже блин, если бы имена не отображались над персонажами, было бы реально круто. О, спасибо. Во, ну, вот так вот реально круто. Так, сделал превьюшку? Да, сделал. Сделать потом паузу, превьюшку. Да я уже принтскрин сделал, все, норм. А, ну все, и потом просто затрешь эти наши имена, продайте. Спасибо, спасибо. Так, короче, я в агентстве разжился на снайперочку и на пулемет. Ну, то, что можно было снаружи если, схватить. Если не получится, скинешь мне, я тебе уберу имена, как будто так их и не было. Хорошо, спасибо. Мастер фотошопа в деле. Зачем мы сюда бежим? Да я просто только знаю, как это сделать. Не знаю. Все, такое стадное чувство, все бежим в ту сторону. Мне кажется, или в этом грузовике может быть сундучок. Пойдемте его расфигарим. Да, но он не всегда хороший. Стоп, подожди, в этом доме может быть. Где? В этом доме всегда... Знаешь, это похоже, что у тебя в руках какая-то коровья лепеха такая. Ну, блин, ладно. У меня? Нет, тут этот уставший кот такой мину в руках держит. Знаешь, это похоже на такую засохшую коровью лепешку. Смотри, три сундука, как я и говорил. А, так стой, это же дом щелкунчика. То ж тебе... Тут полное говно, а не оружие. Две М-ки и бинты. Классно. А бинты надо. У меня, кстати, нет автоматического оружия, у меня только пулемет. Тут есть две М-ки и щелкунчик. Тебе взять что-то? Я могу вместо дробовика тебе взять. У меня тут... Давай, возьми, если ничего. Ну, у меня тут гасят, прямо у меня люди. Мы тут с обормотиком, короче, их прессуем, видимо. Иду, иду, иду. Ай. Тебя ай. Тоже гасят? Да, причем так больно. И меня сейчас завалят. Ну меня сейчас завалят. Черт, иду, куда? Иду, чувак. Я просто, ну, я уж пошел сюда страховать, поэтому... сейчас, где он? Говори градусы. Да, вот возле меня. Ну вот. Я же говорю, возле меня, не надо градусы. Как эти градусы? Но я думал, что там возле тебя это относительно, это не относительно. Стреляй, за елкой, стреляй в него, стреляй, его сейчас завалит. Стреляй с пулемета, гаси уже. Да, он наступил на мину. А вот раньше нельзя было, да, стрелять? Нет, нельзя было. У меня патроны закончились. Ну все, нам жопа. А ты что с пистолета хаешь? Потому что у меня патроны закончились вообще на всем, ёб ПРСТ. Просто жмите на эту и... Вот мой малый кричит, у меня шуха уже была. Привыкай, это моя жизнь. Тащите меня! Что тащите тебя? Ты... Ай, ёб ПРСТ. Спасибо большое. Твою карту а взяли, нет? Взяли, да? Нет. А, взяли. Его карту он мне аук скинет, я так понял. Так, карту. Сейчас плывет. Вот это хочу. Будет так кричит. Сейчас ничего такого страшного нет. В смысле ничего страшного? Там зона, между прочим, страшная. А 270 градусов люди не расстроятся. Так, сейчас к автобусу отнесу тебя. Котик, давай к автобусу тащи. Респавним, короче, потом посмотрим. Четвером явно будет лучше. Надеюсь, там хватит. Там люди! Стой, осторожно! Черт, ни жизни, ни... Пускай тихонько меня, пускай сядет тихонько, да. Тихонечко, да. И пускай блин, сейчас... мне дробовик. О, тут строится сверху. Все. Т2. Три, все. Нет, это слитая карта. Стоп. Там целый склад. Иди туда. Там целый склад, где ты. Вас завалили. Блин, я одного завалил, второго покоцал, но меня из ракеты фигачнули. А это было наш сквад 10 или мы 10? Вот, я думаю, что сквад. Я не посмотрел, сколько людей было. Ладно, поехали по новой. Там было 20 с копейками, я смотрел. Ну, значит, 10 сквад. У всех. Ниночку, у нас у всех высветилось, что мы 10, значит, сквад.
Очень-очень просто. Долбаный конфет. Кажется, тебе ночью будет жопа. Он запомнил это. Почему? Ему было обидно. А, минуточку, в каком месте сейчас могло быть обидно после этих слов? Что, он очень громкий, ему надо потише быть. Я в детстве была так обидна. Так. Где фокус? Я тебя не вижу. Вот. Так, мы летим. О, так мы можем сразу спрыгнуть там, где... А, не, я с другой стороны. Так, теперь залезай ко мне. Сань, сюда. Сюда, Сань, на эту платформу. Да кто это? Я это сделал. Я. Да ну блин, карточка загрузится сегодня или нет? Что так долго-то? Нет. 95 человек, нечетное количество. Да, с 97 загружалось, по-моему, или мне кажется. Я не понял, это что, матчмейкинг не может подобрать нам еще 2 человека? Не 2, а 5. Да, с 5 не всегда. Вы было это, вылетали из 99 и 97 и всякое такое. Что, 95 будем вылетать? Да, наконец-то. Ну нам просто не подбор ищет. Учитывая, какой здесь кривой матчмейкинг, то я на самом деле не знаю, почему так долго искал, потому что тут... Маяку, все к маяку, там всегда хорошо. Все к твояку? Маяку. Да. Хорошо, поехали. Свояк. Свояку. Маяк, свояк, твояк, маяк. Даяк. Так, все катапультнулись, хорошо. Так, ну мы же его рубим, я так понимаю, никто же не собирается на крышу садиться. Вот а на маяке мы сейчас подлутаемся и пойдем на акулу, надеюсь. А что тут так дофигища людей на акулу пришло? На, раз, вот в том-то и дело. Метку уберите, ребят, пожалуйста. 8 человек пришло на акулу. Котик, и... бармотик, спасибо, дружище. Так, ломайте только до самый низ. Спасибо, Кэп, никто этого не знал до тебя. Ну, когда на маяке никого нет, можно смыть спокойно к нему. Я думаю, что не так много людей знают о том, что маяк это да, прибыльное место. Я понял, что. Так, мы убили своего. А. А зачем он вверх побежал? Я его лутаю. Ну, летучий друг. А я его лутаю. Ты его ревайвишь? Мне написано, что я его... Ну ладно. Я его, смотри. Я его отлутал. Ой, отлутал. Отлутал. Отмудохал. Что ж, пошли. Что за чимичанги? Стоп, ну я нифига не лутанул с этого. Все ж приземлилось, О, пистолет приземлился. О, я же вам всегда говорил, в этот сарай заходите всегда. Да, 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 согласен. Да блин, куда пошли? Иди сюда, лутанемся. О, дай аптечку. Да давай ехать, я бы лодку возьму. Стоп. Котяра. Котяра Барматяра, иди сюда, тут аптечка есть. Мы тебя уронили, мы тебя и воскреснем. Хочешь, я тебе сейчас кое-что скажу, ты должен вспомнить, кто это сказал. Ну давай попробуем. Котята. Нет, не вспомнил. Это Мармок сказал, ты чё? Я не такой активный зритель Мармока, я тебе уже говорил. Как бы он мне нравится, но не настолько, чтобы знать все его видосы. Где этот фигов сундук? Я уже пол здания разнес. О, наконец-то. А, стоп, да, стоп. Держи. Пойдем, упал. Так, я слышу лодку, я знаю, кто это. И на вот это еще. Так. О, спасибо. Я не тебя вообще, ну ладно, пей. Ой, я случайно. Стой. Что ты хочешь? Ой, я ему просто скинул. Да просто хай у него будет она. Да, так. В самом деле, давай, все, пойдем. А... Ну, я не знаю, мы будем идти на акулу или нет? Чуть мне не хочется. Нет, уже смысла нет. Не. 2 минуты до дна. Мы не успеем, пока мы припаркуемся, да? Пока там люди уже залутались. Пойдем. А зона... Ну, в общем-то, если... Стой, такси, стой! А, там, кстати, 2 сундука в этом домике. Пойдемте, их тоже стоит лутануть. О, пошли. Это я сюда иду. Ну да, не, я не... Я предлагаю подождать пару. Пока они придут, да? Ну, хотя мы можем потом на лодке легко убраться отсюда. Зачем?
Он стреляет, он... Зачем вообще в хате его отстрелить? Можешь, пожалуйста, не стрелять в те места, где мы находимся? Да. Спасибо. Там они еще стреляются, что ли? Мне кажется... Там огонь идет. Слушайте, ребят, может накроем их, не? Скажи Славе, чтобы он ракеты стрелил в катере. Ты можешь туда в акулу зафигарить ракеты? Минуточку, кто за рулем сейчас? Никто не за рулем. Уже никто. Можно... А, ну ладно, вы там. Можно, но осторожно, я через туалет как какаха полетел. Кто сел в туалет? Я понял тебя. А, я теперь в другой точке острова. Так, стоп, кто-то со мной? Как я показался вообще? Ой, экспа. Да, но это бесполезно, теперь слишком далеко. Ну что, ребят, не знаю, валим отсюда? Да, стой. Меня забыли. Я вообще пешком валю, если что. Он просто на корабль хочет попасть, а не может присесть, потому что они не останавливаются. За что ты не останавливаешься? Так, вот тут вот хороший лучик. Я ему мщу за то, что он так делал. Ты так делал раньше? Да. Да? Зачем? Нет, я мне это нравится. Нравится, да? Да. Если забираю, то забирать всех. Бля, какое дурачество, ладно. Погоди, что ты делаешь? Вот я сейчас стану на вот эти вот штуки. Погоди. Лодка. Я хочу, так, ребят, тут лутано, это вообще законно? Вы идете или потому что тут зона? Так, смотри. Да вы почему-то в другую сторону уезжаете, ничего? Потому что они не хотят сесть. Я жду 3 секунды. 3. Так, давайте садитесь 2. Быстро и валите оттуда, какого фига? Сели мы. У нас есть оружие. Он вышел. Котика Барматиков сели, ему надоело. Он вышел с игры. Блин, печалька. Извини. Да страшно. Только зачем он эту банку сожрал? Так, ну что? Хочешь к нам прийти, елки-палки? Слушай, мы еще... Ты мне, чтобы я к вам подошел? Ну да. Ну ладно, иду. Вон, да, вон тут сундучок сейчас. А? Я вижу, тут сундук, я сейчас быстро открою и подойду. Просто он тут уже прям перед глазами. Спасибо. Это не я. Я же говорю спасибо. Прикольно, да, подлетел? Супер, поехали. Прикольно, два шпиона и банан за рулем. Вообще шикарная команда. Супер компания, блин, звучит как заголовок. Видишь, да. А, он написал, что он выходит из игры и что попросил забрать вещи. Ну ладно. А, мы уже не успеваем. Ну ладно, ничего страшного. А он бы когда вышел, все равно бы сейчас не делали. Да, я знаю, тут сундучок есть. Ай, тут везде сундучок есть. Игра такая, тут везде сундучок есть. О, карась. Стоп. Почему они убрали салюты, как мы были? Вы что, понимаете, что тут, ну, ничего нет. Вот, стоп, это дай штука связанная с лодкой. Зеленую? Хочешь сказать? Да, просто там так граната светилась, я подумал, синяя. Ну да. Блин, вот это реально какой-то бомжарник. Сюда как ты прилетишь, тут никогда ничего нету. Потому что все облутали. Нет, даже когда... Стоп, кто стреляет, я не могу понять. Угадай с 3 раз. Третьего понял. Слышите? Потому что я не слышу, где тут бегать, где стрельба. Я тоже не слышу, я уже просил не стрелять, когда рядом с нами или что-то такое. Ну блин, потому что... Он себя палит, потом... Вылези с лодки, пожалуйста! Спасибо, все, пойдем. Ну ладно. Иди сюда, стой, кому там, Саня, иди, я тебе этот скину. Крестик. Че, золотой, что ли? А, прикольно. Да, это прикольная тема. А, ну ладно, карася придется выкинуть. Да съешь, что ли? Я не могу, у меня полная жизнь.
Карасин самый лучший, Карасин очень много жизни. На 192 градуса идет стройка, и там капец сколько валяется лута. Кстати, тут значок этого агентства. Это неспроста. Тут вообще-то агентство, вот там находится, мы сейчас к нему идем. Агентство тени называется. Да, я понял. Слышите? Пойдем. Ого, а тут, конечно, тут так пацаны строятся, так нехило. Че там, бойня? Меня спалили, походу. Блин. Неопалимый ты наш. Так, я за деревом бегу аккуратненько, чтобы он меня не снимает. Ты меня не видишь, ты меня не видишь, ты меня не видишь. Ты что, справа что ли? Там голову спрятал? Меня тут нет, меня тут нет. А он не строит. Кому нужно нафиг? Почему он не строил? Блин, так, он у меня за пригорком, уронил. Я его не вижу. Сейчас подойду. Я двух уронил уже. Так, подойду. Ого! Стоп, не спешите. Я выловил особый вид. Это фиолетовый дробаш? Тебе надо? Стой, нас гасят. Стоп, тихо. Нас гасят. Я не знаю, не вижу ни с какой. Вот он. Я нашел золотой дробовик. Вот тебе и пистолет. Стоп, стоп, вот тут еще один ползает. Сейчас мы его найдем. Чем бы тут? Вот он. Нет, не вот, а он, вот он. Где он? Что-то по нам гасило. Погоди. По нам что-то вообще... Вон он, вон он, 180. Ого. Вот это ж мать неплохо там. На 40 попал. 180, да? 180 он строится, ты видишь? 180? А, вижу, вижу. Я ему где-то с ракет уже снял. То есть щита у него практически уже нет. Подойти нет? Все, вы короче стреляйте, стреляйте. Вы отвлекайте его, получается. Ну блин, он строится как этот, ну ёпперасоте. Я же говорю, отвлекайте его, ну чё ж вы не отвлекаете? Ну я его отвлекал, я ему сносил. Попал, если бы не попал бы, то не было. Убили, нет? Нужны караси. Так, нет, караси не нужны, спасибо. У меня есть золотой дробовик. У кого фиолетовый дробаш? Да, у меня. Ни у кого. Понятно, спасибо. Что? Не, ничего. Он тебе нужен? А, нет. Иди сюда, я тебе скину эту. В принципе, я бы взял фиолетовый дробаш. Не, ну я в принципе с пистолетом неплохо справляюсь. Они у меня есть, у меня 4 штуки есть. Я только что напился. Я... Спасибо. Звуки были с 75. Так. 75. Ну что ж. Выстрелил вроде как. О, аптечка. Кстати, если что, у меня запас аптечек и мелких бутылок, если кому-то надо, говорите. У меня есть 2 карася. Восстанавливают жизнь. Кто-то тут строит, кто-то тут строит. Ломается дом подо мной, по-моему. Я понял, я с другой стороны обойду. Что? Я его убил. А ты убил? Да, все. А убил сразу или как? Моментально отклеился, да. Да, значит, тогда он один был. По-моему, это и был... Нет, это был какой-то... Не знаю, если тот был четвертый, то... Он так на меня спиной просто выбежал случайно, я его из пистолета и грохнул. Побей кусты. Ты сейчас увидишь, что плюс 6 дерева идет из кустов. Да, кстати. Очень дофига. А, у меня 999 дерева, мне пофиг. Откуда у меня столько дерева? Не знаю. Видимо, я кого-то. Когда бегал, собрал. Видимо, я кого-то обобрал, да. Но ты должен учиться уже строиться, потому что ну это важно. Да, это важно. Ой, а ты могла записываться, да? Конечно, записывается, чувак. Ну просто, ну, мало ли там. Я включил микрофон, а запись на микрофоне не пошла. Ну, у меня просто записывается абсолютно человек, полностью. Человек. Где? Челдобрек. Понял, иду. Он что-то там из... Это ты стреляешь из дробаша? Нет, я у него попал на пункт. Еще на 3 стрелы. Стой, подними, подними его, подними! Нет, да, да. Топ, я вижу, я вижу. Я тоже. Я к вам его подащу. Вон, в зоне. За зону. Блин, давайте в зону свалим. Да. У него присоска была. Нет, зона идет, идем отсюда, он там сдохнет. Я тебе о чем и говорю, что не хотим, блин, помочь. Надо, давай зайдем в зону, там посмотрим. Я тебе аптечку угощу. У тебя есть аптечка, не? Так, у меня есть максимальная аптечка за 200. А, у тебя есть, хорошо, круто. Нет! Блин, меня чуть не догнала эта фигня. И давайте сразу чешем вас в следующую. Давай, мы тебя тут прикрываем, подбегай.
Угу. Кстати, очень удобно авторан поставить. Я еще, кстати, ни разу им не пользовался. Давай, лечись и поехали в следующую. Ты себе в глаз заливаешь. Блин. Я тебе потом покажу, как это выглядит. Ты себе в глаз, блин, заливаешь эту фигню. О, подожди, так, 3. Я сейчас 40 тысяч опыта себе возьму. А, тебе нужно съесть 3 гриба? Нет, надо 10 штук сожрать. Я у тебя один стырил из-под носа. У, человек, человек. Так. Зачем ты убежал? Стой! Зачем ты убежал вперед? Иди сюда! Челодой маловек. Челодой маловек, да. Чемолой маловек. Там тебя зона сейчас накроет. Давай-ка чеши в эту сторону лучше. Я сейчас себе здоровье подправлю. Я хочу на 206. Блин, дорвался до присоски. Как неловко, так присоска. А? Здоровье пополняется, видите? У тебя? Костер. Да, вижу. Вижу, вижу. Костер. Видишь? Костер — это полезная штука. Костер — это полезная. Блин, меня это ж... Ты будешь этим трамплином пользоваться, не? Буду. Каким? Вот этим по построению. Есть... А там что-то есть? Ну, у меня есть, я могу тебе кинуть, но я могу просто раз... Стой. Да, скинь, быстрее, быстрее скинь. Все, идем. Просто раз уж построено. Люди стараются. А, тут уже есть, отлично. Блин, вот нас сейчас в воздухе и снимут. Аккуратно падайте и посматривайте. Конечно. Крутитесь. Крутящий момент. Так. Да я упал. Почему я здесь? На дереве? Я здесь. Я вижу, я сейчас срублю дерево, погоди. Зачем ты срубать без дерева? Я упал? Да. О, нет, я тоже хочу на дереве посидеть, я залез на дерево. Давай, осталось 9 человек, давай без дерева сейчас, пожалуйста. Сзади. Вижу. Сзади где-то мы не видели градусы, у нас не было визуального контакта, просто по нам кто-то фигачил. Ну, где-то градусов 80-90. Вот, я хочу. Я бегу с другой стороны. Вы там стоите. Оп, сзади. Вижу, сейчас. Не вижу, но по мне гайся. Сейчас. Двух сторон. Просто так. С одной и с двух сторон. Меня кто? Да? Не, меня снесли. Там, я ненавижу еще тут крыс, потому что одна выжидает, и вторая с другой стороны. Да? Это не шпионы. Шпионы не будут тебя так. Да ну заколупали! Они совсем... Они везде, Джонни, они на деревьях! Ну все, блин. Я говорю, тут крысы просто. Я не люблю, когда люди крысят и текают, знаешь, крысят... На дереве тихонько сидят, выжидают. Это я не понимаю, когда стал мало людей. Да ну блин, даже не было места заныкаться, офигеть. Просто со всех сторон. Надо было строить. Гаси! Ну понятно. Третьими, ну неплохо. Кстати, третий. Ему ничего не снес. Третье в командных — это неплохо, да. Видишь, там чувак, который там крысит наверху, там тупо сидит и крысит. Это вот я таких не люблю. На башне где-то? Ну вон там на нефтебашне. Да. Вот он сейчас их видишь, кроет, видишь? Я бы выжил, если бы он был с одной стороны, я бы строил с нами. Вот где он? Сейчас вот. Его завалят. Вон, видишь? Вздынь! А. Неплохо попал. Ты успел заметить, а да? Снял? Да, я это заснял. Да. Вот красиво высунулся, типа... блин, пострелять танкист фигов. Ну, он очень долго целился. Если бы тот чувак на него не смотрел, точнее смотрел, бы он бы не попал. Так он просто не смотрел, он не видел его просто. Из-за этого. А кстати, с айпада пришло, да, тебе пригласил? Да, кстати, я вчера принял и. У нас, кстати, будет погамать, если шо. Оказалось, что это работает. Да вообще это удивительно, насколько это мультиплатформенная штука, то есть. С айпада, с плойки, с чего угодно, блин, с кроссовка можно играть. Самая подлая кража в истории Fortnite в команде Банан. Подожди, это типа ты серию выставил, да? Да, вчера. Вот картинка, прям правильная картинка. Victory, ну типа Royal Battle. Но вот со шрифтом надо поработать, другой шрифт. Да я знаю, я вот сейчас экспериментирую со шрифтами, кстати. Куда прыгаем, давай посмотрим. Смотри, вот одинокое озеро есть там, где мы были. Да, а давай. Что настроек, кстати? Ну, о, нормально, настроек.
Потому что четвертого не залили нам. Блин. Я тебе серьезно говорю, со шрифтом можно в онлайн-интернете даже попробовать сделать. Тебе будут там столько шрифтов вытаскивать, ты просто скачаешь. Так у меня шрифты. И свой выбор шрифтов есть. Фишка в другом, что некоторые из них, ну, в общем, короче, по цвету нужно подгонять по картинке. Ну, ты сам видишь, что они не всегда сочетаются. В общем, да, там нужно посидеть, помучиться, чтобы выбирать. Делай синя-желтую просто. Или какую-то одну тематику. Не, одну тематику нельзя, потому что у меня каждый раз превьюхи-то разные. Да, вот. У Мармока это одна цветовая гамма на одной превью. Да, знаю. Знаешь, блин, да ну, Мармок. Я понимаю, что Мармок, и я понимаю, что нужно бы как бы смотреть, как делать чувак, потому что он делает правильно. Ориентироваться на лучших. И как только ты будешь ориентироваться на лучших, то все будет нормально. И то верно. Не могу не согласиться. Итак. Кто где, кто что видит. Я хочу этот долбанный ящик снести, но, блин, он застрял. С нами кто-то падал, никто не заметил? Нет, а, да, падал, там один был человек на 330 градусов, по-моему, в здании там. Я запомнил его. Вот я тебя запомнил. Ой, по мне стреляют. Иду. Подожди, я просто не слышал, кто. У меня сейчас какой-то джойстик подсел. Сейчас я быстренько подключу его. Давай, давай. Вот то, что никогда вот не случается с клавиатурой и мышкой. Ладно, случается, если они беспроводные. Случается, да, если они беспроводные. Но кто же играет, блин, на компе с беспроводного? Играть нужно... Выйди! Играть нужно-то обязательно с проводного, иначе пинг офигительный. Воу-воу-воу! Человек! Да мне вообще ничего не Киркой забью, окей? Все, я ваншотнул, так у меня вообще жизни не осталось. Ну, ваншотнул, хедшотнул, в смысле. Зачем? Почему ты не посмотрел? Ну мы же в сквадах играем. А что он не посмотрел? Сейчас, мне нужна эта аптечка. Тебе нужна эта аптечка? А, ты видел мои жизни, нет? Вижу. Меня кто-то гасит? Да-да-да, сюда человек идет. Ну, где он? Так ты прям на него выбегаешь сейчас, он за... Что ж ты такой неосторожный? Ты выбегаешь, он за тебя... Вот. Так. Ты че? Вы его убили? Зеленоручка, а? Просто я его... Чувак за тебя бежал, я его грохнул. Неправда, это я его убил. Тот, который впереди тебя, сзади тебя, по лестнице, прямо за тобой бежал чувак и стрелял в тебя. Я его только что убил. А, ну я слышу, что за стрелять. Там, кстати, наверху эти бинты были. Да, я вот уже нашел и аптечку. Ну, как бы я нашел. О, мне даже баночку подогнали. Ребят, круто. Ребят, оп. Теперь новый экспонат. Ребят, смотрите. Или слева, или справа. Это новый экспонат? Да, смотри. Крутяк, вижу. Справа. Вот. Сейчас я подхилюсь немножечко. Посмотрите на новый экспонат. Да зачем смотреть экспонат, тут люди стреляют. Ну так это ж прикольно, можешь замаскироваться, тебя не увидят. Все, пойдем. А, все. Где-то на 350 стреляют. А, 350? О, это вот этот крутой дом желтый, давай зайдем подлутаем. Это дом 2. Стоп, а тут что-то есть, я знаю. Да, тут что не забрали, давайте заберем. Тут два скрытых этих есть. Зеленый дробаш. Вы там как, живые, нет? Да. Хорошо. Тут есть зеленый дробаш, если хочешь. Не, у меня есть серий. У меня синий есть. Все, круто, круто, круто. Пойдемте, пойдемте, там люди. Надо их успокоить. Ну, давай, давай. Если они нас не успокоят. На этой стадии я не верю, что найдутся такие. Пол? Меня гасит? Где? Вон, вижу, значит 49 по мне гасит. 49. Да подожди, я патроны взял, чтобы его... Ой, двое! Ладно, один. Уже не один, уже ноль. Смотрим, где они. Да, иди, бери, смотри. Сзади. Вот. И там еще один бежит. В самом далеке бежит, я вижу его. Видишь? Я не заметил. А, вон, вижу, да.
Вам Ленина убить? Да пусть, блин. Вон, мы сейчас четвертого встретим. И он отъедет. Давай запрячемся. Так вот-вот-вот, я стал за елочкой. Елочка, ты куда побежала? Я встал за тобой. Не понял, где он? Он в здании, он зашкерился, он понял, что он сюда не пойдет. Ну ладно. Он не пойдет. Разве что, если постоять здесь минутку, подождать, чтобы карты откисли. Так, я пойду гляну, что там, погодь. Прикрывай. Не надо. Почему? Ладно, давай вдвоем. Не бегай. Стоп, он может быть здесь. Не бегай. Это мне? Всем. Нет, тут нет. Василий Иванович, ладно, все, пофиг на него. Видишь? Нет. Кого ты стрелял? Надо сыграться. 36,6. Смешно. А что если я сделаю вот так, 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 так? Ну блин, Васек, ну ты же не затащишь игру, выйди сюда уже. Ну что ты как этот? А эту машину. Подожди. Эту машину разбить можно? Не, не, нельзя. Не, жаль. Ты ее бы тогда развалили бы сразу все. Почему? Ты не думаешь о своем тиммейте, если тебя вдруг прикончат? А если топовая команда? Это да. Сразу развалили и знают, как по тактике играть надо. Ладно, что, оставляем его, не? Да, его завалят. Я вообще домик. Его-то завалят, я просто переживаю, что он воскресит домик. Этих обдолбышей. Я домик сделал, посмотрите. Прикольно. У них карты еще не дотекли, я думаю, что минута еще не прошла, понимаешь? Да, я думаю, когда люди строят такие многоэтажные такие здания, штук 10, можно внизу все разломать, он спокойно упадет. Ну, обычно так и делается. Блин, у меня был... когда пару дней назад играл, короче, вышли в топ-2, а у меня не было автоматического оружия. И чувак построил себе крепость этажей, там, не знаю, на 15. И я давай из пистолета фигачить ему нижний этаж, а он меня успел из снайперки снять. Ой, прям к нам. Вот он и повод задержаться. Подождать, пока карты сольются, если еще не слились. Жучка, куда ж ты делся? Смотри, сейчас приму на голову. А, не приму. Не ломай. Ломай, ломай. Я так. Тебе дверку хотел сделать, ладно, как хочешь. Ты мне дверь бы не сделал, Аня, мог бы, может быть, сделал. Так, стоп. Что-то у меня с пушками и так себе. Ну ладно, пойдем. Так, нужен батут? Гипопатут. Да. Брат. Зачем? Мне батут. А. На всякий случай. Нет, он его поставить хочет. Не надо. Не ставь. У меня вообще нет материалов. Накрафти. О, а там что такое? Это мы его убили? Не знаю. Нет, наверное, нет. Сколько кого убийств? У меня 3. У меня тоже 3. Нормально. Я не хочу этот дробаш, наверное. Да, не буду брать. Так. Надо бы. О, сундучок надо бы. Давайте заберем его. Пыть мои пистолетные патроны были. Подождите меня. Здравствуйте. Что здравствуйте? Дробашек синенький. Дробашек синенький. А потом откуда у меня много ресурсов? Он же бегает, их собирает, а потом откуда у меня столько ресурсов? Я не удивлялся откуда, я просто сказал, что у меня их дофига, я не удивлялся этому. Залазите сюда ко мне. Залазите на башню. Зачем? Батут. Зачем? Просто. Ну зачем просто? Вот чтобы мы взлетели. Да ну нет, он же используется для крайних мер, для того, чтобы из зоны убежать или еще что-то такое. Ну что за фигня? Еще он используется, чтобы быстро перемещаться. Ань. Вот, например, мы прямо. Так, что такое? Мне мама говорила, ты уже бизнес разговаривал, что эта идея по поводу переносного стаканчика ей нравится. А если ей нравится, то это очень хорошая идея. Так, я понял, погодь.
Сделал я батут, не знаю, я же говорил насчет батута, какая-то немножко стрёмная идея, и не уверен, что... Блин, батут исчез. Ну, а что ты думал, ну пойдет? Да. Так. Ой, экспоинты валяются. Угу. Но они у каждого персонально валяются. Там, где ты подобрал, я этого не увижу сейчас. Мне сейчас, по-моему... Блин, мне просто буквально чуть-чуть не хватает до нового уровня. Буквально, у тебя блин, какой, кстати? Одна сутка. 39-й. У меня 37-й. У тебя почти 40-й, да? Да? О, иди сюда, выпей. Я фокусы. О, давай. Показать, не надо мне твоих фокусов, спасибо. Я уже два раза сегодня летал. Ну, наконец-то я ее нашел. Я на своей же, блин, ловушке подскользнулся и упал. Я понял, что тебе что-то мне возьму. Надо тебе принести прям в пол. Отлично. Так. Если вот. Сейчас вас завалят, я вас... Я вас сам завалю, да? У тебя аптечка есть? Ну... Есть. Нет. Большая и... Нет, я это... На, жри вот аптечки. Это, жри вот это. Все. У меня были аптечки. Стоп, у меня полная бронька вообще-то. Минуточку, при смерти бронька не сбивается, я только сейчас это понял. Да. Нет, не сбивается. Жизнь не сбивается. Ясно. Так, представь себе такую картину, ты падаешься до ромедничества. Нафига ты так делаешь? Что ты? Ладно. Я случайно. Вот возьми карася руками, зачем тебе умничка? Ты кого-то видишь? Не я был. А? Я не а знаю. Кто стрелял? Да, да, не ты. Не ломай, ухом нюхаешь цветы, конечно, не ты. Вот после таких вот случаев, когда нас палят, я такой иду и вообще не, даже не поворачиваюсь в сторону выстрела. Потом оказывается, что нас обстреливают. А это как помнишь историю? Так, типа, стоп, бывает. Стрельба на 287. Мальчик, который кричал волки. Агентство, короче, стреляет. Пойдем. Да. Агентство из другого берега. Вон, вижу. 242, человек бежит. Да, бежит? Строит? Он строится, поэтому не строится. Я попал три раза, возможно, нет, не вырубил. Попал три раза просто. Так это расширение. Вы видите, что он строится. Нет, он до этого не строился. Он строится, не надо тратить патроны, все. Иди сюда, вернись, куда ты пошел? Я только сейчас да? Я же забыл, у меня есть базук. Я как раз собирался их взрывчаткой фигарить. Я туда не пойду. Мне эти штука такая очень классная. Там кто-то к ним прилетел. Погоди, у них их зона накрывает. И... Валим. Встретим их тут в зоне. Я отхожу. О, отлично, как есть? Я это чётенько сделал. Снял, да? Ну там кого-то одного снял, он сейчас нас базука заводит. Мне страшно. Вот я сейчас открою штуку. О, я убил кого-то. А, мне так. Есть, я все развалил. Ну, блин, они опять отстроились, ну. Просто. Все, идемте, все, идем. Идем вот этот дом, идем в этот дом. Да, обороняемся. Все, пускай они там что-то делают. Варитесь свой. Ну, ты, конечно, такой килл забрался. А, это же этот дом, этот щелкунчика. Давай, там три сундука. Ну да, тут три, не более, тут двух как сундуков есть. Ёлку! Не трогай. Погоди, стойте. Почему? Нельзя елку трогать. Почему елку не трогать? Нельзя. Все. Что? Ну, вот посмотри. А. Да, вижу. Ты теперь вместо елки. А где бабуля? Я за нее, да? Да. Смотри, я сейчас развалил здание, никто не строится. Это что значит? Что их там уже нет? Что их там уже нет, ну да. Аккуратненько это смотри. Стойте там. Стойте. Вон, летит, чувак! На Кабуме. За гору залетел, 159, 160. Осторожно. Блин, еще к нам дроп летит. Да твою за ногу, ты серьезно? Не, ну я тут обороняться буду. Так, ну это как магнит для мух. Буду дроп обороняться. Так, чувак сейчас выбежит откуда-то. Или сверху, или из-за горы. Блин, ни одной фиолетовой оружки нету, офигеть. Ой, что я сделал? Я не знаю. Крышу построил, чтобы лут не провалился. Он и не провалится, да. Так. А, уставший кот, иди сюда. Ты мне? Да. Да, сейчас,
Кто-то прыгнул, кто-то к нам летит сейчас. Я слышал звук вот этот бздыньк. На. Он там на 38 градусов прыгает человек. А ты не хочешь мой дом? 40 там. Да пей уже, блин! 38, сейчас, я пытаюсь сориентироваться. Черт, вижу, кто-то бежит по полю на 38. Я взял передовый пистолет. Если я никого не завалю с него, я тебя сам с этого пистолета пошмаляю. Вон, я вижу, да, человека, вон там далеко. Где этот фига фиолетовый пистолет? Вот он, держи. А, не, шмаляй. У тебя есть чем стрелять, нет? Держи. Есть, у меня автомат. Ай. Да ну куда, ну чё вы? Блин, ну ёлки-палки, вы командные игроки, так теперь. Да я тебя заранее предупреждал об этом, ну. Просто расшатали. Блин. Где фиолетовый пистолет? На. О, прикольный пистолет. Уже, наверное, еще патронов, наверное, нет. Знаешь, наверное, перезарядиться. Он у меня даже в руках. КП, я его подобрал, но я с ним не бегал, по-моему. Я с винтовкой шел. Да. Команда у нас. Нет, он у меня был в руках, просто я не начал стрелять. Почему согласен. Их 4 человека, а нас 3 из склада? Ну, потому что мы изначально втроем начинали. Так, а типа так можно, что ли? Ну, я не знаю. Так же нечестно перед людьми. Я знаю, почему тебя убили, потому что ты елку срубил, нельзя елки трогать. И шо? Мне пришлось встать на замену елки, и потом меня убили. Да. Все из-за елочки, нельзя было елочку трогать. Ты что, можно ломать стены, нельзя ломать елку. И камин. Блин, было бы прикольно посмотреть мультик Fortnite, знаешь, если бы не сделали. Были бы бесячие персонажи и было бы куча всякого. Не знаю, я бы не стал туда смотреть. Ну типа, знаешь, если убили, он появляется в другом типа месте, типа и смотри, как заканчивается катка. Типа, знаешь, ну типа Ральф по мультику. Ты бы реально стал такое смотреть? Ты Ральф смотрел? Ральф? Ну Ральф это не то. К тому же первый Ральф был очень крутой, а второй был отвратительно отстойнейший. Не знаю, мне второй тоже понравился. Да, но это девчонка, которая превратилась в истеричку, которая, блин, вела себя как отвратительная какашка и при этом требовала к себе отношения. Это показывает, когда она получит. Это ж показывается, когда. Соединяйся. Бомба тебе тут. Че есть? Бомба дает. Прикольно. Блин, не знаю, помню. Оп, что это было? Вот возле тебя сейчас чувак, который типа радуется и орёт, да? Да. Ростик. Да. Который... Блин, вот это такая отвратительная эмоция. Это со мной два карасят вообще танцуют, понимаешь? Вот опять 92 и мы зависли, офигеть. Со мной танцует военный карась и обычный карась. Какого фига каточки не набираются? Это как вообще? Это что такое? Вы мне предлагаете донатить в игру, в которой не набираются каточки, серьезно? Которая что? Ритейлеру или куда? Нет, выпрыгивайте. Да, вот твоя нет. А? В агентстве слишком много людей, нас несут сразу. В агентстве особенно с квадами делать нечего. Там и в дуэте не особо-то что поделаешь. Ох, чтоб тебя! Тут людей, блин, 100-500 человек выпало сейчас. А, да, это на. Ребят, а, вы там? Черт, я не туда прыгнул. Котяра, ты где? Я сверху, я вообще ничего не упал. Ты еще. Капец, чуваки просто максимально быстро приземлились. Я вот, кстати, не знаю, у меня открылся зонтик. Я такой лечу, мимо меня пролетает человек, и у него где-то 300 метров подо мной, 200 метров подо мной открывается только... Это каким образом он умудрился так, чтобы это, короче, ладно, забить? Я не знаю, вот реально, что некоторые планы... Меня вынесли. Крутяк. Там 4 человека на крыше было. Просто я видел, знаю, видел, да. Сейчас я попробую тебя резнуть. Они приземлились быстрее, я не могу понять, как они делают, как вот, они летят быстрее, чем я. Вот, я тоже этого не понимаю, как люди приземляются... Да чтоб тебя... Я не могу зайти. За тачек чертовых.
мы же все поставили. Да ёпарасы-то! У него тактический дробовик, у меня обычный дробовик. Ну и все, короче. О, новый уровень, прикольно. У тебя новый уровень? Поздравляю. Да. А можно я как-то не буду наблюдать за твоей задницей? Next team. А, тут можно next teammate взять. Можно, почему ты это не сделал? О! Вот это что я тебе говорил по поводу всяких вот этих. Ты нас подбирать не будешь, да? Я слишком далеко от вас. Все, я тогда нажимаю на паузу, посмотрим следующую карточку. Хорошо, куда на этот раз летим сливаться? Ты специально, да? Что? Что специально? Ты знаешь, что специально. Пухнул микрофон? А, я да. Я уж не знаю, каким отверстием это получилось, но это получилось. Успех полнейший. Это как в Мадагаскаре, помнишь? Типа, оно не шикай на меня. Да. Он шикнул на меня. Ты что себе, парень, позволяешь? Чувак на крышу приземляется. Ага, я увидел, что он приземляется на крышу, я поэтому пойду дальше. У него пушка? Нет. Да, у него пушка! Тактический дробовик, у него тактический. Если я видел, то, пожалуйста, не спасайте меня. Я специально это сделаю. Не надо специально, пожалуйста, сливаться, я тебя очень прошу. Блин, как у него на крыше оказался тактический дробовик? Ну что это за везение он такое? Там валял. Я не успел перейти. Я же говорю, как у него на крыше оказался тактический дробовик? Что это за везение такое у чувака? Ты что, хотел патронами меня закидать, че шо? Он еще успел меня фигачнуть, хорошо, что я далеко был. Уже двоих попал. Да? Ну ты этот, триминатор. А зачем ты тогда это сделал? Помогите, помогите меня! Иду, как могу, не, иду! Не надо, спокойно! Помогите, не надо, все спокойно! Где они? Вон они, вижу. Так, иду сейчас этого котяру подымать, сейчас посмотрим. Я сделал двойное убийство за короткое время, я просто мать. А, тебе эту бэджик дали, твин, да? Не знаю. Сзади. Ага, на 314 градусов. Подожди, сзади, что ли? Почему ты так далеко? Блин. Да иди ты нафиг! Я думал, ты где-то здесь. Ну как? Ну. Да, он далеко. Командная игра, ЕПРСТ. Так, ну спасибо, ты оставил нас двоих против сквада. В смысле, а где он, куда он делся? Пистолет, чувак. Вот у него была М-ка, а у меня был пистолет. И кто выиграл? О, синяя М-ка. Бери. Ага, сейчас, блин. Что? Синюю М-ку ему отдай. Нет, я говорю, бери. Ты что, не слышал, что ли? А, не услышал. Человек! Нет, да. Выбежал тут на меня. Так, он что, последний? А, вижу. На 18 градусов бежит. Вижу, один. Да. Из-за горки идет. Так, он пускай по верху, я буду по верху бежать, ты по ней. О, синяя М-ка. Мини-выход. Так, я буду бежать сверху, ты жди его снизу. Не надо, жди его снизу. Да, жду, я просто выйду на стрелковую позицию. С той стороны, два человека, видишь, их прессуют. Убил. Ой, убил. Два раза попал, 44 снял. Добил его, нет? Добил? Попал. Есть, да. Красава. Не. Я убил снизу человека. А что за мостом вышел? Ты не убивал человека? Под мостом убил. На мосту. Убил. Вот за мостом, куда ты сейчас бежишь, ты не убивал его? Одного ранил, но мне килл. А кто его убил? Одного я убил, второго я попал где-то. А тут убил. Понятно. Один убил одного. Это был не склад. Это был не склад. Тут бежали два человека. Я одного завалил, второго это
Валил я. Второго попал, да, и ты его добил, видимо. Хорошо, все, разрешили. Давай, короче, в зону чешем. Сейчас я тут подлутаюсь чуть-чуть. Что-то, есть что лутаться? Вон там, патроны, как обычно. Патроны самая нужная вещь тут. Да, согласен. Подбирай, я прикрою. Мне не так много патронов, но я потом лутану. И еще бы не мешало бы броню кого взять. Угу. Чувак, подходит зона, пойдем. Там мы на корабле успеем, что ты переживаешь? Я не хочу на корабле. Я доплыву. Я двинул потихоньку, ладно? Я ушел оттуда. Да. Хорошо. Так. 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 Так, все. У меня, короче, ни лечения, ни щитов, ничего нету. Жалко, только пушки. У меня одна аптечка, если что. Угу, хорошо. Ну, C4, да, ну, короче, только оружие. У меня только offensive, defensive никакого. Сколько у тебя киллов? 5. Прикольно, у меня 3. Ну, 8 я заметил, а 5 убил, 3 ты убил. Угу. Я тебе зелье везу. Везу, доставка. Сундучок, да. Сундучок. Сундучок. У меня есть аптечка, все, я в теме. Большая? Да, 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 очень большая, прям гигантская. Как мне не хватало этих звуков? Давай попробуем качнуть что-нибудь. Давай попробуем. Стой, 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 я хочу попробовать качнуть темпу. Знаешь, я понял, что будет. Да, понял, спасибо, сейчас заберу. Я не видел, что это фургончик с мороженым. Он видит там металл, он не видит там фургона. Да-да-да. Так, металла у меня хватит. Теперь мне нужно дерево и камни, хорошо? И то мне здесь есть. Я просто хочу скарчик получить. А? Я думал, там окно, чтобы чувак какой-то бежит, а то зеркало оказывает. Это блин, где мне камень взять? Не знаю, камень в камне найди. Я понимаю, тут нет камня. Черт, тут нет камня, что? О, вот вывеска. Она не каменная, каменная, ну-ка. Weeping Woods. Она деревянная, классно. Тут нет камня. А, вон камушки вижу, вижу, все, наконец-то, сейчас. Надеюсь, я успею, еще 1.5 минуты, надо побыстрее. Она еще грейдится так долго, зараза. Вот камень, как можно было пробежать мимо этого камня? Вот как можно было пробежать такого дырового камня? Вот сзади на меня, посмотри. Да, пробежал, согласен. Не трогай! Спасибо, спасибо, тролль. Сколько тебе надо? А, мне еще, стоп, где-то... 15-16. Вон, вижу каменюку, все. Я сейчас расфигачу и будет норм. Нифига себе. 45 взял. Там. Все, я в шоколаде. Сейчас. А, что мне сделать, дробовик или винтовку? Наверное, все-таки дробаш. Винтовку. 108 с камня взял. Красава. Дробаш или винтовку? У тебя фиолетовое что-то есть? Хотя нет, дробаш. Нет. Ладно, я сейчас... Зона подбирать тебе, ты не видишь, да? Ты вижу, смотришь? Вижу, 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 очень даже вижу, поэтому я говорю, поэтому я торопился, а ты еще у меня камень украл. Забань меня. Ха-ха-ха. Поставь мне дизайн. Ага, ломай меня полностью. Да. Так. Ну, я себе скрафтил фиолетовый... А чего он вышел? Чего у тебя малый вышел? Он не вышел, он, ну, как бы слился. Зачем? Ну, вот потому что умный очень, потому слился. Да. Я не вышел, я слежу за вами, прям сейчас. Ну, он за нами типа следит, он просто прыгнул на нефтяную вышку и там слился. Ну, красавчик просто. О-о-о, красава, типа, кстати, зона еще бьет. На 12, блин, переживу. Так, ну что ж, 37 человек. Да, 37 человек. 36. 36. Угу. Хотя вырубили троих. Так.
мне там просто... Оу, тут, кстати, агатство, агентство. Три человека. Ой, кстати, эти... наша статистика, я смотрел нормально. Ну, моя, по крайней мере. 65 атак и 120-130 убийств. Лама! Ее лучше бить. Лама! Скорее, лутай ламу, это очень редкая вещь. Лупай скриншот, ламу. Сделай ламу. Нет, скриншот, не так, не так. Нет, делай скриншот с ударом. Почему? Не нужно было ее бить, нужно было ее... Почему не нужно было... Ну что ж, ладно, ладно. Почему не нужно было ее бить? Она же открылась, правильно, все дала. Да, ну тебе нужно было ее... Я тебе имею в виду, когда ты бьешь, она быстрее открывает. Это да, так а почему ты говоришь, не надо было ее бить? Разницы нет. Нет, да. Есть. А какая? Быстрее. Быстрее, правда? Да. Агентство стреляет, агентство стреляет, чувак. Убил ламу киркой. А? Как тебе название? Посмотрел бы? Учитывая, что я знаю, что здесь есть ламы, что здесь есть кирка, я не знаю, насколько для меня бы это было бы притягательным. Ну, подожди, название-то уже какое. Интересное. Ну, как бы на видео ты классно, да? Ну, начнем с того, что я бы, в принципе, на видео по форточке не класснул, но я же не... Где? Два катера, у меня стрельба. Оп-оп-оп-оп, меня гасят. Блин. Сильно? Да, я чувака, я его покоцал немножечко. Три. Да. Черт. Один, один прям вот, вот, вот он по тебе из пулемета фигарит. Ай, да. Именно из-за того, именно! Потому что нас было двое против четверых. Вас было двое против двоих. Я не знаю, сколько их там было. Не иди туда. Там чуваки с пулеметами, не подходи к ним близко, гости с расстояния. Они мы фиолетовый дропаж забрали. Выжиска ты. Да заби на карточку. Да? Да. Они там за холмом, я практически уверен. За холмом, но они убежали. Хорошо, подбери дробаш, пожалуйста. У меня есть дробаш, я тебе скину. А, он мой фиолетовый забрал, ах ты, зараза. Я думал, там, угу, понятно. У тебя есть так, синий стоп. Дробаш? Блин. Да, забей, забей. На эту машинку ты уже не попадешь. Иди вперед, если увидишь где-то впереди машинку, тогда ладно. Если не, тогда тащи карася. Вон они строятся. Я вот с другой стороны это делал. Угу. 400 метров. До блин. Машины? Да... Тут машины есть вообще? Я думаю, тут только лодки есть. Ну, фургон воскрешения, ты чё? А кораблика нету, да? Не-а. Ножками, ножками. Всё старомодно. У него же нет карты возрождения. Есть, он подобрал, ты чё? Мне не видно. Ну вот, у меня написано, посмотрим, что карточка арик... подобрана, ты чё? Ну, так тебя потому что и не тащут. Кто-то предпочел остаться на нефтяной вышке. Я там вообще отдыхаю, мой призрак там сидит и отдыхает. Ну, тогда сразу бы так и сказал. Блин, там такое место отвратительное для воскрешения. Агентство. Ты хочешь другой вариант? Нет, других вариантов-то нету, это уже конец каточки. Там один чувак. Ладно, быть не быть. Быть не быть. Смотри, я тебя не заставляю меня резать. Если ты чувствуешь, что один вытащишь, то не иди туда. Ты он понимаешь? Бегать, бегать, не надо, не выходи сейчас. Не выходи сейчас. Он там явно с кем-то стреляется. Сиди. Прорастешь. Не, вон он на втором этаже бегает, будет. Видишь? Да, 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 вижу, вижу. Ладно. Мне долго просить не надо. Можно я себе скажу? Давай, попробуй. Бананчик, о мой милый бананчик, просто сядь, какие-то кусты, корни выпусти. Это называется крыса, мы как раз говорили, что крысы это не очень красиво. Да, да. Поэтому кусты. Лучше убежать. Корни пустишь и все, грибом будешь. Бананы так будут, я, меня видно будет, вот, будет. Меня видно, я торчу. В том-то и дело, да, кожура вон отваливается вся уже с головы. Ну, персонаж прикольный, да? Перс прикольный, да, не спорю. Осторожно, не надо вниз, не надо вниз! Не иди туда, всё. Оно тебя сожрет. Вот, вот, я не надо. Я по реке. Верхний... Я по реке хочу. Там есть автобус где-то? Да, дальше. Вот, а, я думал, видишь. Ты типа на краю зоны сейчас будешь отсиживаться. Почему? Человек справа, нет? Да, видел, видел. Да, вот это он.
Давай, давай, два раза уже попал. Три раза, четыре. Гаси. Пять, шесть, есть, готов. Ты специально две мки таскаешь, чтобы не перезаряжаться? Нет, я тебе одну твою взял. А, потому что ты говорил, что типа такая тема, не перезаряжаться, и всё такое. Ну, это удобно, да, но когда у тебя было, у меня были еще мини. А. И не говорите, что я не успеваю к этой штуке. Ты не успеваешь, ну, хотя... ты не успеваешь. Кто сказал? Кто это вам такое сказал? Кирпичные... Откуда столько кирпичей? Неужели кто-то в хорроры играл? Офигеть! Это было бы сейчас эпично. У него 240 кирпичей. Но, нет, знаешь, успеваешь по той простой причине, что с этой стороны зона будет идти очень медленно. И не успеваешь. Черт! Черт, 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 черт! Не переживай ты так. Ну, возрихтуешься. Ааа, нет, 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 нет! Ну по 2% бьет, но уже нормально. Так, иди сюда. Меня даже ударить не успело, прикольно, не надо. У тебя один серый пистолетик. Дай мне пушку, и я пошел. Сейчас, какой дай пушку мне? М-ку кто-то говорил, тут таскает. Я. О, аптечка. Ой, 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 прячься, прячься, прячься в дом, прячься в дом, прячься в дом. Так, вот название для видюшки. Я с базового пистолета убиваю чувака. Бери, все. Бери, вот это бери. Бери эмку в доме. Я взял синюю уже. Я уже чувака расшатал. Все. А сверху чувак еще был ничего? Да? Вообще-то сверху стрелял. Ты же тебе говорю, сверху смотри. Не знаю. Он прыгнул сюда, я его убил. Сверху спрыгнул сюда? Я не знаю, если он сверху, но как только я его убил, огонь по нам прекратился. Значит, это был сверху чувак. Запашки. Блин, короче, берешь из базового пистолетика, разматываешь чувака, который шел сюда пол игры. Вот это обидно просто. Сейчас чувак, не знаю, там плакать должен. 230. Да что? Я ни разу не попал. Ты хоть раз попал? Я его уже завалил. Твою за ногу. Это как сейчас было? Я по нему вообще ни разу не попал. Что за фигня? Он лежит. Он там лежит, где строится, видишь? А, где строится? Не вижу. Не вижу, не вижу, не вижу. Где мост? Вижу, 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 вижу. Они там воюют, погоди, погоди. Пошли к луту тогда. Пойдем, да. Ой, я кого-то убил. Кого-то убил. Это вот этот дотек, который... Да, да, да. Который возле лута, ты его уронил, он сейчас дотек. 5 человек. Нормально. У тебя сколько? 4 кило? У меня 4 кило, да. 4 килограмма. Базука. Я лутаю. Я сейчас в базуке шмальну. Туда. А я сяду? Золотой скар нужен? Конечно. Забирай. Ты же спрашивал. Да, чтоб тебя... Блин! Ладно. Вообще, чем странно, то что ты у себя в сумке... Большой семье ты же знаешь, не щелк. Да-да-да, кто первым стал того и тапки. Это все правильно. У меня базука без патронов. Свою за ногу! Как ты меня так быстро слил, скотина? Ё-моё! Он моментально, просто ну, моментально. Трое, их трое. Ну, ты ничего не сделаешь, их трое. Да пофиг, это что забыл. Трое, нас слил один чувак. Нет, меня слил один, да? Да, нас обоих. Он просто моментально приземлился, я вообще ничего не успел сказать. А, ладно, ребятки, спасибо, что были сегодня с нами. Такая получилась серия. Это не был топчик, но это было довольно прикольно, поэтому... Это был топ только два. Это был топ только два, да. Вот так, вот это, кстати, идеальное название для серии. Топ только два. Ладно, ребятки, так всем спасибо, так. Всем пока, до встречи, добра, бобра. Всем оладушек и всем покеда.